Давай новый. Как вода в этом году? Отлично. Было холоднее, чем в прошлом? Не, в этом теплее. Так это ж все, все грехи смываешь. И будешь здоров целый год. Будет все классно. Камеру забирай, сейчас. Здравствуйте. Как водичка? О. Эмоции отличные. Обалденные. Классно. Будто бы заново родился. Да. Именно в этот день, за всю мою службу, никаких чрезвычайных ситуаций не было. Бывало такое, что немного уже в возрасте люди, когда приходили, немного голова кружилась. А так максимум, что колени разбивают, и руки сбивают, когда об лед прыгают. А так все. На самом деле, думаю, что не церковная традиция, это народная традиция, которую нужно поддерживать и показывать, как бы сказать, молодому поколению пример для подражания. Водичка теплая, как я уже сказал. Не холодно, много людей собралось. Я думаю, с каждым годом все больше и больше. Мы первый раз, вот так вот, честно. Классно. Первый раз вот это, не жалею. Ни капельки. Я по вероисповеданию христианин и православный. Поэтому каждый год на крещение, когда, ну, традиция такая, повторяем, когда было крещение много Н лет назад. Вот сейчас и мы, христиане православные, повторяем эту традицию, подтверждая то, что мы веруем в Бога единого. Так что с праздником!